Всем здравствуйте, это рубрика «Музыкалка» и ее ведущий Илья Цилютин. Это викторина для всех любителей музыки и всего того, что с ней связано. Нашу программу поддерживает «Кинотеатр России», приглашает всех в кино. А сейчас поприветствуйте наших сегодняшних гостей, это Анастасия и Владислав. Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя, я занимаюсь интерактивами на ваших мероприятиях, я часто бываю на разного рода событиях и часто слышу разную музыку, поэтому я здесь. Всем привет, меня зовут Влад Никулин, я музыкант, пишу песни, снимаю клипы, подписывайтесь на канал. Так, правила игры объясняю вам сейчас, запоминаем, они очень легкие, два игрока должны ударить блюдце в момент, когда захотят ответить на мои каверзные порой вопросики по музыке, но нужно сделать это быстрее, чем ваш напарник. Вот, вопросов всего будет 7 и в разных категориях, каждую я буду оглашать. Первая категория. Это я знаю. Вопрос заключается в том, чтобы ответить на какое-то музыкальное понятие, термин, может быть, композитора назвать, и в данном случае, как называется носитель музыкальной информации, который устанавливает на граммофон. Я уступлю. Пластинка? Пластинка. Пластинка. Отлично. Ответ правильный. Поддавки. Поддавки не правила нашей игры. Нам нужно конкурировать. Виниловая пластинка. Все верно. Первый балл шел Владиславу. Идем дальше. И номер два. Задание под названием «Кто поет?». Вам нужно назвать в данном случае группу, которая сейчас будет петь у вас песню. Готов убежать за тобой на край. Кто же это? Это грибы. Это грибы. Молодец. Грибы. Это абсолютно верно. Вот, вы думаете, что я вам сложно. Мы совсем недавно слышали эту песню. Вот, ну получается, Настя забрала свой балл. Все. Я отыграю. Это интеллектуальный вопрос не для меня. Третье задание под названием «Допойка». Ну, это своеобразный вариант караоке, но ваша задача – дослушать фрагмент песни до конца и допеть его двумя словами. Я думаю, что тут не будет сложности никаких. Так сильно тобой заболел, и вот температуру опять. Звучат минорные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать. Подгрустный дэнс. Отлично, вот это верный ответ. Молодец. Меланхоличный хит всех ресторанов уссурийская вечерня. А для диджеев, диджей еще там уже, да? По-любому включал. Странно, что не успел раньше, чем мы. Ладно, во всяком случае, ответ правильный. Я даже пою эту песню. Но, тем более. Горит экран телефона, но ты мне не по фасон. Сегодня я поменяю свой стиль. Я когда только стала мамой, я пела подгузный дэнс. Так, ладно. Это было даже в насадке. Устраивай. Сейчас прозвучит композиция, кавер. И вам необходимо прослушать этот фрагмент и назвать группу, которая исполняет оригинал. Не поддавки у нас, не поддавки, ну ладно. Что за группа? Ну, Рамштайн. Рамштайн. Верный ответ. И очередной балл получает. А что это имеет балл? А ты уже далеко, да, ушла? Так, неважно. Мы играем. Все, играем. Давай. Все, ладно. Сейчас прям по-настоящему. Давай. Вам необходимо прослушать композицию и назвать название мультфильма. YouTube мультфильм. Я знаю, что у вас есть дети. Поэтому ошибиться вы не должны. Синий и трактор. Отгадать все должны. В обратном воспроизведении песни. И слушаем. Да, что, да, да ладно, ну как я так? Я не подсказывал, абсолютно. Что это? Синий трактор. Синий трактор. Давайте, для незнакомых с культурой синего трактора. По полям синий трактор едет, ну, к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Шансов не отгадать просто у вас нет. Опять Настя получила балл и далеко вы. У нас есть талантливый исполнитель, но он-то уже действующий, а есть у нас перспективные, молодые, старательные. А вы должны отгадать, как называется песня, конечно. Название песни. Помогала
покажу. Вот это. Да? Давайте, песня как называется. Ребят. Гангнам Стайл? Все правильно, все правильно. Правильно. Бал забрался. Второй помощник. Ну и давайте, давайте завершим эту увлекательную игру последним заданием Дэнни. Композиция в формате 8 бит звучит, ностальгические чувства вызывает и вызовет абсолютно точно композиция следующая. Вам нужно назвать мультсериал, в котором главный герой животный, ну и он очень близок к вам. Это бурундуки? Чип и Дейл? Неверный. А-а-а. Не подсказывай. Все, не... Утки. Да, да. Санитар, неси скорее утки. Замажем. Почему? Ну ладно, не будем. Отвечать будете? Как называется сериал? А, еще название? А, так, сейчас я вам скажу. Там не так все очевидно. Все очевидно. Нет, не очевидно. Оно не называется «Утки». Оно называется... Раз, два... Утиные истории. Все правильно. Вот это оно и есть. Оно и есть утиные истории. Все правильно. Это я не сама тогда. Наша игра завершилась, и по результатам Влад получил 2 балла, а Настя получила 5 баллов. И на такие музыки оба поддавались, как-то странной игре, но тем не менее. И для того, чтобы все ушли с хорошим настроением, каждый из участников, независимо от результата, получает билет в кинотеатр «Россия». Мы благодарим. Спасибо. Кинотеатр приглашает вас на киносеансы на любой в течение дня и даже вечера вы можете посетить. Спасибо всем за то, что вы нас смотрели, и говорим до свидания. Всем пока! Всем спасибо, все замечательно, мне очень понравилось. Заряд позитивного настроения, всем советую, приходите. Было бы очень классно прям расширить рубрику. Очень прикольные вопросы, хотелось бы, только зашла в кураж, но уже, к сожалению, игра подошла к концу. Вот, спасибо большое.